Гриш. Люда. Доброе утро. Привет. А чего ты так рано встал? Хотел порядок навести. Что ты хотел навести? Порядок, пока ты спишь. Кто ты такой? Куда ты дел моего мужа, а? Признавайся. Ну, ты же помнишь, какой сегодня день? Какой сегодня день? Сегодня прием врача. И от этого зависит... Многое зависит, да? Не, я соскучился. Я тоже. Гриш, 2 месяца ждали. Подождем чуть-чуть. Ну, может, все-таки. Это важно. Хорошо. Пойду подышу воздухом. Остыну. Обиделся, что ли? После доктора мне нужно заехать в школу. Там сегодня конкурс у детей. Куда ты собрался? На рыбалку? Пойду карпов наловлю к ужину. Отлично. Устроим романтический ужин. Ловлю на слове. Это будет незабываемая ночь. Дива. Хвостунишка. Хорошего дня. И тебе. А я тебя жду. Это тебе. Я же обещал тебе дарить цветы каждую годовщину нашего знакомства. Стас, мы же давно все выяснили. Я замужем и люблю мужа. Но у нас с тобой тоже была любовь. Платоническая, в 10 классе. А для меня будто бы вчера. Давай договоримся, а? Ты мне больше не будешь приносить цветы ни сегодня, ни потом. Я уже начинаю думать, что ты меня преследуешь. Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты всегда можешь на меня положиться. И я всегда готов тебе помочь. А я вас узнала. Журнал ТОП-100, март месяц. Вы были на обложке. А трудно было в модели выбиться? Даже не знаю, как сказать. Я тогда в художественном училище училась. В общем, родители у меня погибли. Пришлось срочно заработок искать. Ну и знакомый предложил сняться для рекламы шампуня. А там пошло-поехало. Поклонников, наверное, было. Я тогда мужа встретила. 6 лет вместе. А сейчас чем занимаетесь? Работаю с детьми, преподаю в школе искусств. О, это хорошо. Это важнее. Я тоже так думаю. Здравствуйте. Добрый день. Людмила Крылова, я по записи. Минуточку, ожидайте, пожалуйста. Седьмой год не получается ребеночка завести. Угу. В общем, уговорила своего на ЭКО. Ну, дорого, конечно, что делать? Угу. Я считаю так, главное, чтобы муж был хорош. Когда муж хорош, тогда все хорошо. А не как тут у одной мамочки. Ее муж заставил сделать БВХ. А что это? Ну, это биопсия оболочки плода. Ну, он хочет убедиться, действительно ли в ее животе его ребенок. Представляете, ужас какой? Крылова, проходите, пожалуйста. Все, можете подниматься. Ну что, процесс заживления прошел очень успешно. Спаек я не вижу после такой операции, как лапароскопия. Считайте, что вам очень повезло. Так, анализы в норме. Я могу вас только поздравить, вы в полном порядке. Значит, уже можно снова планировать беременность? Не то чтобы планировать, но и активно работать над намеченным планом.
Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Сергеевна. А, привет, моя хорошая. Я выиграла мой осенний сад, занял второе место. Как здорово, я тебя поздравляю. Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Здравствуйте. Спасибо вам большое за дочку. Если бы не ваше занятие, ее могло бы не получиться. Ну что вы, Лена очень способная. Мечтала победить, и вот, пожалуйста, среди стольких картин. А я чувствовала, что так и будет. Сегодня очень счастливый день. О, хотите, я вам свои карандаши покажу? Мне приз вручили. Такая классная коробка. Очень хочу. Ой. Ой. Ну что ж. Ну что ж. Да. Крылова Людмила Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит помощник следователя Синицын. Что-то случилось? К сожалению... Ваш муж Григорий Крылов погиб на рыбалке. Вам нужно подъехать сюда на озеро для опознания. Что там? Да ничего, судмед еще возится. Так долго? Что ж ты хотел? Мужика пришлось по частям собирать. Да, съездил на рыбалку. А где они только берут эту взрывчатку? Место есть. Да? Ну, так взял, сам себе и подорвал. Да. Ладно, пойди еще там осмотрись. Добро. Людмила Сергеевна, вам же лучше, говорить можете. Этого не может быть. Это не Гриша. Этого не может быть. Я понимаю, лицо сильно пострадало. Но как насчет одежды? Взгляните, это обручальное кольцо вашего мужа? Да, оно похоже. Но я не верю. Я не верю, как это могло с ним случиться. Как? Этого не может быть. Вам нужно успокоиться. Синицын, выпейте чаю. Людмила Сергеевна. Взгляните, пожалуйста. Вам знакома эта вещь? Людмила Сергеевна, у вашего мужа есть родственники? Он сирота. 10 лет остался без матери. Вырос в детском доме. У вас? Родители погибли, когда я была студенткой. Братья, сестры? Никого. Мы на этой почве с Гришей сблизились. И больше не расставались никогда. Поспешитесь. Мы, в принципе, закончили и будем ехать. Поэтому я вам настоятельно рекомендую позвонить кому-нибудь. Друзьям, подругам. Вам сейчас нельзя оставаться одной. Спасибо.
не дали. Да так всегда делают, когда. А вдруг там в гробу вообще не Гриша? Поезда, ДНК-тест делали, все подтвердилось. Такая нелепая смерть. Я хочу сказать несколько слов о Григории. Гриша был замечательный человек, верный друг и профессионал. То, как он умел организовать ремонт, не мог никто, и он всегда готов был прийти на помощь делом, оборудованием, советом. Он был честный. С ним было очень легко и просто. Царство ему небесное. Скажите, а клюквенный морс остался еще? Так горло сушит. Угу. Вы не могли бы принести морс? Спасибо. Люда, я понимаю, это, наверное, не совсем вовремя, но и ты меня тоже пойми. Гриша мне занял приличную сумму денег. Я бы сказал, большую, даже очень большую. И несколько дней назад должен был ее вернуть. Ну, мне ничего не известно. Ну, в общем, теперь известно. Мне очень нужны эти деньги. Хорошо, я разберусь с наследством и сразу же тебе все верну. Тихо. Лежите. Ну что случилось? Вы в больнице. Вам плохо стало возле вашего дома, и соседи вызвали вам скорую. Ничего не помню. Ну, это возможно. Я была на озере, а дальше провал. Такое возможно при сильном стрессе. Со мной что-то серьезное? Нет. Вашему здоровью ничего не угрожает. Тогда я могу идти, да? Конечно, можете. Но не сейчас. Завтра. Завтра обязательно поедете. Я в курсе вашей ситуации. Вам имеет смысл обратиться к психологу. Есть специальная группа поддержки людей, которые потеряли своих близких. Какой замечательный домик у тебя получился. Вот здесь нужно добавить штриховки, чтобы открылась глубина. Помнишь, я рассказывала? Mm-hmm. Замечательно. Угу. Это у тебя кто? Это принц. Он приехал
за своей принцессой. Они поженятся и нарожают много детей. Я их потом нарисую. Ну вот, правда, лицо не очень получается. Давай я помогу. Ой, розовенький. Лошадка. Продолжаем рисовать, я скоро вернусь. Вы на занятия? А, да. Я в первый раз. Я тоже решила пораньше прийти. У меня несколько лет назад муж погиб. Я тогда ребенка ждала. Тоже потеряла. Выкидыш на нервной почве. Сочувствую. А я мужа похоронила. Уже 40 дней прошло. Несчастный случай. Mm-hmm. Здесь как раз самая черная полоса начнется. Но поверь, я знаю, что я говорю. Ты поначалу как будто ничего не чувствуешь. Да, такое состояние шока. Потом как будто все это ненадолго. Mm-hmm. Как будто уехал куда-то. А вот когда сознание приходит, вот так просто выйти хочется. Такая тоска накатывает. И знаешь, я это все переживала. Я сюда пришла, потому что хочу помочь таким, как ты, справиться с этой проблемой. Ничего, что я ему ты. Ничего. Меня Тамара зовут. Людмила. Люда. Можешь мне звонить, если нужно будет. В любое время дня и ночи. Спасибо. Добрый день. Через 5 минут начинаем занятие. Тамара, а после собрания можем поговорить? Конечно. Это твой Гриша? Да. Не могу поверить, что его нет. Я смотрю, вы много путешествовали. Путешествовали, да. Гриша много работал. Своя фирма, занимался элитными ремонтами. Да, у вас уютно. Ты кого-то ждешь? Нет. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Можно войти? Проходите. Мы к вам по такому вопросу. Мы как бы, мы понимаем, что у вас горе. В общем, Григорий нам должен зарплату за позапрошлый месяц. А разве вам не выплатили? Он должен был выплатить, и уже давно, но там так получилось. Григорий говорил, у него одно время были экономические проблемы, потом он говорил, что попозже выплачу, но
А потом... Мы вам сразу не обращались, потому что он похорон, и мы же понимаем. Все. Да, мы как бы все понимаем, но вы тоже нас поймите. У нас семьи, они тоже кушать хотят. Я понимаю, я просто еще не занималась делами фирмы. Но я обещаю, что я все выплачу. Мне нужно немного времени. Конечно, конечно, мы оповестили. Ну, пойдем, что ли? Подождите, ну куда пойдем? Ну куда пойдем? Ну, послушайте, мы и так уже месяц ждали. У меня жена, она просто на порог не пустит. Мне нужны эти деньги, вы понимаете это или нет? Мужчина, скажите, а вам не стыдно? Тамар. Вы сейчас о чем говорите? О деньгах? Ну. Она мужа потеряла недавно. Ну, или так... это долг Григория? Но мы же не чужое просим. Мил к этому не имеет никакого. Подождите, пожалуйста, да, ну, давайте мы сейчас заработаем. Поедем в ювелирный. Я знаю одного хорошего ювелирщика. Он даст адекватные деньги. Люда. Я вам заплачу. Послушайте, Людмила, ну, давайте, не надо никуда сейчас ехать. Мы же, ну что, мы не люди какие, что ли? Подождете. Конечно, вы только постарайтесь побыстрее решить вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Я решу. Извините. Пойдем. Ужасная бестактность. Люд. Ну что, действительно хотела драгоценности свои продавать? Ну ты что? Ну ты же все слышала. Не хочу, чтобы Гриша был кому-то должен. Послушай, тебе сейчас нужно думать о себе. Может, тебя со счета снять? У нас есть с мужем общие счета. Но мне недавно сказали, что Гриша снял с них все деньги. Я подумала, что он вложил все в дело. Теперь понимаю, что нет, раз он даже своим рабочим остался должен. Ну, у вас какое-то было совместное имущество? Это дом, наследство родителей. Они погибли. У мужа есть свои активы. Нужно пойти к нотариусу и разговаривать о наследстве. Но у меня нет сил на это. Ну, хочешь, я тебе помогу? Серьезно? Ну, конечно. Я же юрист. Подожди, мне неудобно тебя просить. Мы с тобой один день знакомы. Ну, какое неудобно? Просто напишешь на меня доверенность, и все. А что за доверенность? Наведение дел. Да ты не волнуйся, у меня не будет возможности распоряжаться твоими счетами. Просто соберу полезную информацию, проанализирую, подскажу тебе, что сделать. Тамара, я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Чайку подлечь. Легко. Крылова, ты чего приперлась? Хотела спросить, может, есть какая-то разовая работа, реклама? Я бы с радостью. Ты что, издеваешься? Ты меня в прошлый раз кинула, почти перед самым показом. Сейчас, как ни в чем не бывало, спрашиваешь про работу? Виталий Федорович, я же вам объяснила. Мне пришлось в больницу лечь. Мне от твоих объяснений не легче. К тому же болезненные модели, они не котируются. Мне очень нужна работа. Женщина, вы на рекламу? Да, да. Вон там ожидайте, к вам подойдут. Какая милая. Может, вы все-таки подумаете? Фу, Матильда, фу. Девушка, не обращайте внимания. А это она так после вязки на беременных реагирует. В смысле на беременных? А что, разве не ждете ребенка? Нет, не жду. А вы уверены? Может, вы еще сами про это ничего не догадываетесь? Я уверена. Это исключено. Крылова, ты с собой разберись, а потом приходи. Привет. Заходи. Привет. Плохие новости? Ну, говори уже. Да ты только не переживай.
Григорий набрал долгов на астрономическую сумму. Как физлицо, а как юридическое, еще взял 3 кредита и обналичил их. Этого не может быть. Ну, он у тебя случайно не игрок? Да нет, ты что? Ну, есть хоть какие-то предположения, на что он мог их потратить. И что же делать? Да, во-первых, для начала, чтобы кредиторы не стали из тебя тянуть денег, тебе нужно отказаться от наследства. Конечно, проблемы-то не решит. Я думаю, зарплата в школе искусств небольшая. На твоем месте я бы попыталась выяснить, куда он уйдет. Ну что, я вижу, вы прислушались к моему совету, да? Какому совету? Ну, к какому? К планированию беременности. Поздравляю вас. Вы будете мамочкой. Это что, шутка? Ну, какая же шутка? 46 недель. Этого не может быть. У вас продолжается месячно? Нет. Но я думаю, это из-за стресса. Ну, вот теперь вы будете знать, что это не гормональный сбой. Подождите. Вы не понимаете, у меня не было близости с мужчиной уже 3,5 месяца. Я никак не могу забеременеть. Ну, что я вам могу на это сказать? Что это будет второй в истории случай непорочного зачатия. Что? Это ваш ребенок. Врач сказал, я забеременела 1,5 месяца назад. Подожди, это когда Григорий погиб? Я не могла забеременеть. Вообще никак. Ну, может, ты просто забыла? Ты как говорила, что ты поехала на озеро после похорона, дальше ты ничего не помнишь. Может, ты там встретила какого-нибудь знакомого? Какого еще знакомого? Ты намекаешь, что у меня был любовник? У тебя был стресс. Ты могла выпить лишнего и... Ну, такое бывает. Горе, оно иногда толкает людей на самые необдуманные поступки. Нет, этого не может быть. Я себя знаю, Том. Да и потом я почти не пью. Знаешь, я когда-то читала, что... У жертв насилия у них часто бывает ситуационная амнезия. Ты думаешь, меня изнасиловали? Ну а как объяснить твою беременность? Просто твой мозг, он не может воспринимать реальность, и он вытеснил из памяти все эти ужасные воспоминания. Ты знаешь, а ведь у меня такое уже было. Когда мне сообщили, что родители в аварии погибли, тот день у меня напрочь стерся из памяти. Я вспомнила спустя месяц примерно. Ну вот. Получается, еще один утраченный день. Что со мной произошло? Успокойся. Главное, успокойся. Не думай об этом. Тебе нужно сделать аборт и жить дальше, как будто ничего не произошло. Мы с Гришей так мечтали о детях. Вот именно, с Гришей. Одно дело родить от любимого мужа, а другое от какого-то насильника. Ты ж не хочешь, чтобы ребенок наследовал склонности отца, потом воспитывать этого морального урода. Я должна вспомнить тот день. А если ты вспомнишь не через месяц, а через 3, тогда уже изменить ничего нельзя будет. Аборт надо делать на ранней стадии. Ты жалеть потом будешь всю жизнь. Вы уверены? Вы уверены, что хотите избавиться от этого ребенка?
Да, я уверен. Послушайте, у вас стресс после гибели мужа. Я понимаю, но стресс пройдет. Вы должны подумать о будущем. Я подумала. Вы понимаете, что назад ничего нельзя будет вернуть? А вы знаете, сколько женщин после этого раскаивается? 80%! У меня особый случай, я, скорее всего, стала жертвой насилия. Я выпишу направление на анализы, необходимые перед этой операцией. Но очень прошу вас, подумайте еще раз. Подумайте еще раз. Здравствуйте, Виталий Федорович. У вас что-то появилось для меня? Да погоди радоваться. Сначала на вопрос ответь. Какой? Ну, эта собака правильно угадала? Ты беременна? Молчишь? Значит, беременна. Ну вот и отлично. У нас, в общем, новый заказ. Фото беременных на разных сроках. Там от первых месяцев до предродовых дней. Интересно? Может, я и не беременна. Слушай, ты для себя сначала определись, ты беременна или нет. У вас все в порядке? Крылова, теперь ты. Проходите, присаживайтесь. Вот сюда. Руку на живот положите и улыбайтесь. Подумайте о своем малыше. Вы так давно его ждали. Представьте, насколько вы счастливы, что в вашей семье скоро будет пополнение. Ага. Супер. Как он говорит слово «мама» и делает свои первые шаги. И пойдет в школу. Супер эмоции, да, вот. Это еще лучше, чем надо было. А теперь анфас, пожалуйста, дайте анфас. Девушка. А теперь немножко вот профиля дайте своего. Мне нужен ваш профиль, вот. Будьте прекрасна, мама. Здравствуйте. Я по поводу переживания беременности. Здравствуйте. Ваша фамилия, имя? Крылова Людмила Сергеевна. Вы бы хотели перенести дату? Нет. Я бы хотела отменить запись. Хорошо. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Ну, как тебе сегодняшнее занятие? Понимаю, тебе сейчас не до этого. Слушай, на какую дату назначен аборт? Я хочу с тобой поехать. Тебе одну тогда никак нельзя. Я все отменила. Что ты сделала? Я решила родить этого ребенка. От насильника? Уверена, хорошее воспитание переосилит дурные гены. А потом ребенок тут ни при чем. Он ни в чем не виноват. Даже не знаю. Ну, в любом случае можешь на меня рассчитывать. Том, я должна выяснить, кто отец ребенка. Мне нужно вспомнить этот день. Ольга Викторовна, скажите, а есть, ну, такая методика, чтобы вернуть утраченные воспоминания? Конечно. Например, гипнотерапия. Гипноз? Да, я могу вам дать контакты очень хорошего гипнотерапевта.
Мы с вами проделали большую подготовительную работу. Так что все будет хорошо. Главное, помните, вы у меня на приеме, вам удобно. И в любой момент вы можете вернуться из состояния транса. Сосредоточьтесь. Вы в безопасности, вам тепло и хорошо. Вы полностью расслаблены. Ваши веки тяжелеют, а глаза закрываются. Вы медленно засыпаете. Вы сидите у озера. Слышите биение своего сердца. Вам спокойно. Вы смотрите на воду. Очень близко от них. Я хотела сбросить его. Вы знаете этого человека? Он был очень близко, но я не видела лица. Что еще вы вспомнили? Фрагменты. Воду. Шум машин. Я не знаю. Ничего особенного. Вероятно, в тот день произошло что-то, что вы пока не готовы вспоминать. Гипноз не может вытащить воспоминания против вашей воли. А в следующий раз может получиться? Возможно. Но гарантии дать никто не сможет. Прислушивайтесь к себе, к окружающему миру. Катализатором воспоминаний может стать все, что угодно. Увиденное лицо, запах. Голос человека. Изображение. Извините, пожалуйста, Люд, с тобой все в порядке? Я полтора часа уже жду. Я волнуюсь. Это моя подруга. Все нормально. Извините. Получается, так толком ты ничего и не вспомнила. Какой-то тупик. Попробую восстановить тот день по фактам. Нужно понять, что это был за мужчина. Подожди, по мобильному же можно. Проверить звонки и отследить твои перемещения. Я его в тот день в ресторане оставила. Черт. Ну, и как тогда? Отследить перемещение. Кажется, у меня появилась идея. Идем? Мне нужно понять, что случилось в тот вечер. Вы нам поможете? Ну, вообще-то это против правил и инструкций. Только из-за хорошего отношения к вам и Григорию. Спасибо большое. Какого числа это было? 23-го. Так. Скажите, а вы случайно не видели, как я домой вернулась? На машине. На машине мужик какой-то вас подвез. Какой мужик? Может, попутку какую поймал? А потом мы ко мне домой пошли. На записи этого не видно. А вот номер машины четко в кадр попал. Если интересует, перепишем. Да-да, интересует. Лицо водителя можем увеличить? Да, пожалуйста. Это тот самый мужчина, я тебе точно говорю. Я ничего не понимаю. Хорошо, изнасиловала, потом до дома довез? Я не знаю, Вьен, но я его узнала. Хорошо, что ты собираешься делать? Пойду в полицию. В полицию? Я должна...
Я должна заявить об изнасиловании. А что ты им скажешь? Какая разница? Я же вспомнила. Ты понимаешь, ты позориться хочешь? Подожди, он на меня напал? А я позорюсь, по-твоему? Ну, просто очень много времени прошло. Вряд ли тебе поверят. Какие-то обрывки воспоминаний. Это мы еще посмотрим. Я напишу заявление прямо сейчас. Алло. Людмила Сергеевна, следователь Зубенко беспокоит по поводу вашего вчерашнего заявления. Здравствуйте. Есть какие-то новости? Есть. Мы нашли предполагаемого насильника. Вы должны подъехать в участок для опознания. Хорошо, я подъеду. Ждем вас в райотделении через час. Спасибо. Скажите, вы узнаете кого-то из этих мужчин? Да, узнаю. Второй справа. Приехали. Девушка, вам самой не стыдно так бессовестно врать? Все понятно. Господа, вы свободны. Понятые, распишитесь. И вы тоже поставьте, пожалуйста, подпись. Гражданин Мельников, вам знакома эта женщина? Да, знакома. Я ее как-то подвозил домой. Когда? Месяц, может, полтора назад, не помню. Где и при каких обстоятельствах вы познакомились? На трассе ночью. Она шла по проезжей части. Я ее с трудом заметил, остановился. Выскочил из машины, хотел убрать с дороги. Она была как будто не в себе, начала сопротивляться. Вдруг я заметил, что на нас несется автобус. Так, и что вы сделали? Да повалил ее на землю и откатились к обочине. И что дальше? Я же говорю, она не в себе. Она драться со мной пыталась. Я применил силу, чтобы ее удержать. Потом вроде немного успокоилась. Я помог ей подняться, посадил в машину и отвез к ней домой. Она что-нибудь объясняла по дороге? Да ничего она не объясняла. То есть вывезли невменяемую девушку, которая вам ничего не сказала? А что мне было делать? Бросить ее посреди ночи? А откуда вы знали, где она живет? Свой адрес она назвала. Значит, адрес она смогла назвать, а больше ничего. Да что вы от меня хотите, а? Я вам что, врать буду? Я же правда хотел ей помочь. Угу. Ну, конечно, помочь. Все понятно. Ладно, в камере посидишь, может, одумаешься. Уведите его. Прошу вас, присядьте. Этот человек преподает в элитной гимназии. А ты его знаешь? Да нет, наши ребята его там задержали. Ага. Ну что ж, мы будем проводить доследственные действия, а вам необходимо будет провести анализ ДНК на предмет отцовства. А это не опасно для ребенка? Я не врач. Однако это единственная улика против задержанного. Вы же говорили, беременность ничего не доказывает. Да, но это в том случае, если бы он признал, что между вами была интимная связь. Однако Мельников все отрицает, поэтому постарайтесь добыть доказательства его вины. Я очень волнуюсь. Это не опасно для ребенка? Людмила, мы с вами обговорили все риски. Угу. Главная ваша проблема – это ранний срок. Но у вас прекрасное здоровье, вы прошли реабилитацию после первой операции, я уверен, превосходно справитесь с данной процедурой. Значит так, вы не волнуйтесь, я ввожу вам иглу, и все будет происходить под контролем УЗИ. Все будет хорошо.
Вставайте. Все хорошо. Я вам помогу. Куда вас отвезти? Домой? В больницу? Домой. Хорошо все. Надо это накинуть. Кто вы? Что вам от меня нужно? Боже мой, да ничего, девушка. Я просто хочу помочь, правда. Это не он. Крылова Людмила Сергеевна. К следователю Зубенко. Разрешите? Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Хорошо, что вы пришли. Только собирался вам звонить. Готово предварительное исследование ДНК? Владимир Мельников не является отцом вашего ребенка. Я так и думала. Дело в том, что я не уверена, что это Мельников на меня напал. В смысле? Я плохо помню тот день. Может, он и правда хотел мне помочь там, на дороге. В общем, я пришла забрать заявление. Что? Вы что думаете? Мы здесь в игрушки играем? Пришла, подала заявление, передумала, забрала? Не кричите, пожалуйста. Даже еще не начинал. Я вас понимаю, вы правы. Но вы поймите, я до последнего была уверена, что это именно он меня и... У меня тот день, он как в тумане, я не все помню. Детский сад. Так если вы не все помните, нужно было сначала вспомнить, а потом идти в полицию. Из-за вас ни в чем не повинный человек провел ночь в камере. Идите. И скажите спасибо, что я не привлек вас за дачу ложных показаний. Спасибо. Здравствуйте. Крылова ЛС? Да. Напоминаю, что до конца месяца вы должны погасить долг вашего мужа. Я отказалась от наследства. Всеми долгами мужа занимается арбитражный управляющий. Я пришлю его контакты на ваш номер. Понял. Нужно сначала вспомнить, что я вообще помню. Озеро. Я поехала на озеро после похорон. Владимир привез меня до дома в этот день. Кто же ты? Как дела? Нормально. Не хочешь съездить со мной на озеро? Извините. Ошибка вышла. Крылова забрала заявление на вас. Вы свободны. Ясно. Ну, вы же понимаете, мы должны реагировать на все сигналы подобного рода. Могу идти? Вы можете подать встречное заявление на Крылову в суд.
осторожно. Давай за меня держись. Представляешь, обвинила человека, который пытался мне помочь. Стыдно ужасно. Я понимаю, да. Еще полицию против себя настроила. Я тебе говорила, не надо было полицию отморщить. Зря я тебя не услышала. Здравствуйте. Тише, тише. Всю рыбу распугаете. Извините. Скажите, а вы здесь часто рыбачите? Частенько. Леха особенно. Почти каждый день тут. А, это вы. Я вас сразу узнал. Вы меня видели? Вы приезжали к нам, когда у нас эта трагедия случилась. Я еще подумал, такая красивая, молодая и вдова. А больше вы меня не видели? Ну, может, в другой день? Видел. 3 дня прошло, может, больше. Это в день похорон? Да. Я как раз решил на Сомика сходить. Смотрю, вы сидите на берегу, плачете. Я еще подумал, подойти или нет. Угу. А потом вас мужчина какой-то окликнул. Какой мужчина? Как он выглядел? А вы что, сами не помните? Я не разглядел мужчину. Он далеко стоял. Но вы его точно знали. Он окликнул вас, и вы сразу побежали. И что потом? Потом у нас клёв начался. Я стал вываживать рыбу, а когда подсёк, вас уже не было. Спасибо вам большое. А вы... У вас клюет, кажется. Кто же это мог быть? Что же за знакомый такой? И почему он оказался в лесу? Ну, память же не часы. Так, по щелчку не заведешь? Я надеялась, что если я снова окажусь на озере, я что-нибудь вспомню. Ну, погоди, может, еще что-то всплывет. Еще я хочу с Владимиром встретиться, поговорить. Может, он покажет мне то место, где меня подобрал. Ну-ну. А что? Узнаю в гимназии, где он работает, его адрес, съезжу к нему. После того, что ты сделала, он будет просто счастлив тебя снова увидеть. Да говорю же вам, я отказалась от наследства. Мне наплевать, от чего ты отказалась. Если не вернешь долг своего мужа, я тебе ноги повыдергиваю. Не смейте мне угрожать, у меня нет денег. Значит, найди, дом продай. Слышишь меня, курица? С тобой разговаривают. Людочка, у тебя неприятности. Не знаю, Татьяна Борисовна. Простите за неудобства, я завтра уберу надпись. Да что ты, какие неудобства? Я за тебя переживаю. Со мной все нормально. Доброй ночи. Доброй ночи, Людочка. Я пока не могу вернуть тебе то, что Гриша занял. Да это я уже понял. Он объяснил, зачем ему эти деньги? Грузовик хотел купить. Уговорил меня участвовать с ним напополам. Деньги взял, а грузовик так и не купил. А для чего другие долги набрал, знаешь? Без понятия. Вот и я не знаю. А главное, куда он их дел? Ты все обыскала. Может, у тебя есть какие-то идеи? Ну, совместных счетов у нас с ним не было. Офисов тоже. Я не представляю, куда он бабки дел. Ты не переживай, я тебе сразу же верну долг, как только узнаю, где деньги. Ладно. Я работников завтра пришлю, чтобы надпись на воротах смыли. Не нужно, я сама. Спасибо. Держись. Добрый день, Павел Петрович. Здравствуйте, дети.
Да-да. Можно? Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий Ильич. Прошу. Как ваши дела? Все хорошо, спасибо. Выпустили, слава богу, девушка забрала заявление, так что готов к выполнению своих служебных обязанностей. Хорошо. Вы знаете, как я к вам отлично отношусь. Лично у меня никаких претензий к вам нет, но родители. А что родители? Ученики узнали о вашем задержании, сообщили родителям, ну а те, в свою очередь, выступили с общим требованием. И какое требование? Ваше увольнение. В противном случае они грозятся забрать своих детей из школы. Ведь все прояснилось, я ни в чем не виноват. Ну так-то, ну так. Но мы же с вами педагоги. Поэтому лучше будет, если вы возьмете за свой счет отпуск, пока все уляжется. Ну, скажем, на месяц. Да? Женя? Привет. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Почему не позвонила? Что-то с Димой? Нет, с ним все в порядке, но я пришла поговорить о нем. Денег надо? Нет, не денег. Мне предложили работу в Европе, и мне от тебя нужно разрешение на вывоз ребенка. Погоди, погоди, какая работа? Надолго? Ну, пока на год, а там как пойдет. Год? Нет, ты никуда не поедешь. Ты не можешь увезти ребенка на один год. Вообще-то могу. Нет, не можешь. Мальчику будет трудно в чужой стране, без друзей и без отца. Решение уже принято, Володя. Я не стану ничего подписывать. Ну, значит, мне придется через суд доказывать, что это не твой ребенок. А чей это ребенок? Это неправда. Ты специально это придумала, да? Чтобы сделать мне больно? При чем тут ты вообще? Я о тебе вообще не думаю, Вов. Давно. Ты не думаешь о ребенке. Ты отнимаешь у него отца. Ты меня не слышишь? Я тебе говорю, это не твой ребенок. А чей? Сашкин! Только не говори, что твоего бывшего. Я встречалась с вами двумя. Потом забеременела. И что ж, ты не знала, чей это ребенок? Я думала, что он твой, а потом поняла, что нет. Я ничего не сказала. Я вообще не хотела об этом говорить. Мы были семьей. Димка любит тебя. Вов, ты понимаешь, что для него это будет еще большим ударом, чем наш развод? А ты понимаешь, что ты делаешь? Ты шантажируешь меня ребенком. Но ты же мне не оставляешь выбора. Встретимся у нотариуса. Что мы ищем? Извиниться. Извинились? До свидания. Подождите, мне нужно с вами поговорить. О чем еще? У меня к вам маленькая просьба. Просьба? Девушка, вы меня вчера обвинили в изнасиловании. Из-за вас я на месяц отстранен от работы. Вы знаете, с кем я работаю? Простите меня, пожалуйста. Простите. Я работаю в школе учителем. Для учителя самое главное – это репутация и авторитет. Может, я могу вам чем-то помочь? Можете. Просто уйдите. И больше никогда не появляйтесь в моей жизни. Я смотрю, вы не очень понимаете значение слова «никогда». Я прошу прощения за назойливость, но мне кажется, вам сейчас поддержка нужна. Не важно, кто родил ребенка, важно, кто воспитал. Духовные связи, они гораздо важнее, чем кровные. По крайней мере, я так думаю. Все сказали? Тогда вот вам мой ответ. Не надо лезть не в свое дело. Вы в этом ничего не понимаете. Живете в своем выдуманном мирочке, вот и живите. Да уж, конечно. Отлично, у меня мирок, ничего не скажешь.
Меня всего лишь изнасиловали в день похорон моего мужа, и я понятия не имею, кто отец моего ребенка. Кредиторы постоянно звонят, угрожают и требуют вернуть долги мужа. Но я все равно решила рожать. Я буду любить своего ребенка, несмотря ни на что. Поверьте, это решение далось мне нелегко. Я долго думала и поняла одну вещь. С любой проблемой можно справиться, если это не смерть близкого человека. К чему вы все это рассказываете? Помиритесь с женой. Ведь ваша жена не хочет говорить правду Диме и забирать его у вас. Она тоже не хочет. Я случайно услышала ваш разговор. Я понимаю, если ваш сын уедет за границу, вы не будете часто видеться. Все равно это лучше, чем мама с папой ругаются и плевают друг друга грязью. Вот что. Спасибо вам большое за заботу. Со своей семьей я разберусь сам. Хорошо? Постойте. Сказали, у вас ко мне какая-то просьба. Да, мне очень нужно знать, где именно вы подобрали меня на трассе. Сергей Витальевич, я вас не ждала. Добрый день. Процедура оценки имущества вашего мужа окончена. И скоро мы начнем покрывать долги в процессе очередности. Я, как арбитражный управляющий, не уверен, что все удастся покрыть. И что это значит? Ну, это значит, что придется оценивать ваше совместно нажитое имущество, из которого будет выделена доля Григория. Подождите, но ведь вы уже забрали машину мужа. Ну, этого мало, понимаете? Мало. А вот, например, этот телевизор. Когда вы его приобрели? 3 года назад. А, вот видите? В этот момент вы находились в браке. Значит, телевизор – совместное имущество. Вы хотите забрать у меня половину телевизора, да? Я заберу у вас половину его стоимости. А вот на вашем месте, Людмила Сергеевна, я все-таки воздержался бы от шуток. Вам вообще крупно повезло, что на вас дело не завели. На меня? Да, на вас. Получается, что ваш муж понабирал кредитов, а потом скоропостижно умер. Вы знаете, как-то подозрительно. А вы думаете, что это я заставила набрать его долгов, а потом убила? Его смерть признана несчастным случаем. Спасибо, что хоть в этом вы меня не обвиняете. Вы знаете, все-таки до конца не ясно, зачем вашему мужу понадобилась такая сумма и неизвестно, куда дел. Я вам 1000 раз говорила, я не знаю. Да помню, я помню. Людмила Сергеевна, я вам вот что скажу. Вот вы меня воспринимаете как врага. А я, между прочим, не обязан был вас предупреждать об описи имущества. Обычно судебный пристав приходит без всякого предупреждения. Вы мне что, одолжение делаете? Ну, можно и так сказать. Я просто надеюсь, когда вы узнаете, куда ваш муж подевал деньги, то вы проинформируете меня первым. Это в ваших же интересах. Все сказали. Если да, то я вынуждена попросить вас уйти. Ну, как хотите. Привет. Проходи. Привет. Я подписал разрешение на выезд ребенка. Но у меня есть одно условие. Давай продумаем, как я смогу с ним видеться, когда вы уедете. Продумаем. Конечно, продумаем. Ты же понимаешь, что я тоже хочу, чтобы вы общались.
Я смогу видеться с ним чаще до вашего отъезда? Конечно. Он сейчас дома. Дима, папа приехал. Папа, папа пришел! Привет, мой хороший. Пап, ты же останешься с нами на ужин? Конечно, оставайся. Останусь. Куда в обуви? Сынок, стой, надо разуться. Что же здесь произошло? Что это за место? Дала. А что с голосом? Если не вовремя, я перезвоню. Да нет. Ты что-то хотела? Хотела узнать, как у тебя дела. Так себе. Утром приходил арбитражный управляющий. Грозился описать совместное имущество. Что? И ты мне не позвонила? Я сейчас же приеду. Ну, как-то неудобно. Возражения не принимаются. Хорошо. Может, еще положить? Угу. У тебя шикарные котлеты получились. Я, честно признаться, немного отвык от домашней еды. Пап, приходи к нам почаще. Будем ужинать вместе. Боюсь, сынок, это не очень удобно. Правда, приходи. Димка всегда тебя ждет. Что вы решили со спальней? Ну, квартиру в Барселоне я уже подыскала. Она маленькая, но зато рядом с парком. Вот школу для Димки еще. Сынок, не дрейфь. Все будет хорошо. Выучишь язык, будешь как мама. Я не хочу быть переводчиком. А кем хочешь? Ну, не грусти. Там очень красиво, тебе понравится. Найдешь себе новых друзей. Мам, не надо мне уговаривать. Я не хочу туда. Но не отпускать же мне тебя одну. Вот. Это слова не мальчика, но мужа. Так держать, сынок. Пап, ты же мне будешь звонить туда? Ну, конечно, мой родной. Каждый день. Обещаю. Договорились. Не знаю, меня, конечно, поражает твое отношение. Я понимаю, про покойников не говорят так, но... Григорий, мягко говоря, с тобой очень плохо поступил. Набрал долгов и оставил тебя с этим разбираться. Наверняка он знал, как рассчитаться с кредиторами. Угу, наверняка. Может, у него женщина другая была? Какая женщина, что ты говоришь? Ради которой он все это взял и сделал. Гриша не мог так со мной выступить. Да, конечно, не мог. Все они мужики одинаковые. Извини, я... Люд. Просто я... Хочешь правду? Мой муж не умер. В смысле? Он меня обманул, обокрал и сбежал к другой женщине. Ты серьезно? С тех пор он для меня умер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Владимир. Рада, что вы позвонили. Как у вас дела? Да неплохо, спасибо. Вот с женой отношения наладил. В общем-то, не без вашей помощи. Да ну что вы? Я серьезно. Я правда вам очень благодарен и хотел бы тоже как-то вам помочь. Вы вспомнили это место на трассе? Думаю, мы сможем его найти. Завтра в 10 я за вами заеду. Хорошо, тогда я пришлю адрес. Да не надо. Я его надолго запомнил. Мне кажется, это то самое место. Магазин, где я покупал воду, мы проехали. А здесь был поворот на Антонова, да. Да, вот. Это здесь. Странно. Почему? Последнее, что я помню, как шла вдоль берега озера. Я была уверена, что после поехала домой. Нет, нет, от озера к вашему дому совсем другая дорога. Чтобы оказаться здесь, вы сделали большой крюк. Может, я куда-то заехала? Подождите, поворот на Антонова? Да, вот он. Там живет мой бывший одноклассник, Стас. Вы общаетесь? Не то чтобы общаемся, он ухаживал за мной. А вдруг это он встретил меня у озера? И под каким-то предлогом заманил к себе домой? Не может быть. Он ни разу не позвонил после похорон мужа. А ведь это для него шанс. Мужа нет, путь открыт. Действительно странно. Нужно поговорить с ним. Можем подъехать? Да, конечно. Садитесь в машину. Ну, кажется, это здесь. Ты? Привет. Здравствуйте. Здрасте. А вы за ключом? За каким ключом? Ну, там… Стас. Чё? Ты видел меня в день похорон мужа? Видел, конечно. Ты же сама ко мне и пришла. Зачем? Ты меня что, проверяешь, а? Ответь на вопрос, пожалуйста. Ты пришла ко мне домой. Сказала, что страшно напуганная, вляпалась в какую-то жуткую историю. Какую историю? Так ты не сказала? Я хотел узнать. Дала мне ключ на хранение. Сказала, что у себя его оставлять опасно. Но когда совсем разберешься, то придешь. И ты не попытался выяснить, как-то помочь. Даже не позвонил с того дня ни разу. Ну, знаешь, ты же сама сказала, не лезть. И вообще. Вот, держите ваш ключ. Я свою миссию выполнил и больше участвовать в этих ваших опасных делах не намерен. Подожди. Последний вопрос. Ты был в тот день на озере, село Светлое? Нет. Я весь день работал. Мне кажется, он сказал правду. Мне тоже так показалось. Спасибо вам большое. Дальше я сама. Здесь автобусы часто ходят. Я так не думаю. Нет-нет, они здесь и правда часто ходят. Я не про автобусы. Мне кажется, что все гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Мне бы не хотелось вас втягивать во все это. А мне кажется, вам нужна помощь. Расскажите мне подробно, как все было. Вы уверены, что хотите это знать? Уверен. Вы мне помогли, я буду помогать вам. Так правильно. Садитесь в машину. В общем, я так и не смогла выяснить, куда он дел все эти деньги. А что, если ответ у вас в руках?
Даже не знаю, от чего может быть этот ключ. Неужели от банковской ячейки? Нет, я не думаю. Форма совсем не та. Да. Да и арбитражный управляющий, если бы знал что-то про ячейку, давно бы задал свои вопросы. От чего же он может быть? Меня вот другое интересует. Если вы не оставили ключ дома, значит, предполагали, что за вами могут следить. А может быть, даже и обыскивать ваш дом. Возможно. А вы уверены, что это уже не произошло? М? Людочка. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. А это мой знакомый Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Борисовна, вы случайно никого постороннего возле моего дома не видели? Вы про Иродов? Что на воротах написали? Не видела, милочка, не знаю. Может, кто приходил, пока меня не было? А видела. Как выходил? Из дома? Из дома. Такой в кепке, в куртке, высокий. А вот лица не разглядела. Это когда было? Ну, месяца полтора назад. Я еще подумала, надо же. У Людмилы быстро новый поклонник завелся. Больше ничего не запомнили? Да вроде бы ничего. Ну, хорошо. А если он в ваш дом пробрался, надо написать заявление в полицию. А я подтвержу. Спасибо, Татьяна Борисовна. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Людмила, у вас здесь есть камера наблюдения? Нет. На въезде у охраны есть. Понятно. Нам нужен специалист по безопасности. У меня есть один выпускник. Очень толковым программистом стал. А вот он. Алло, Егор. Приветствую. Это Владимир Александрович. Да, Егор, очень нужна твоя помощь. О, у вас стремянка есть? Да, есть. Давайте. Держи. Угу. Есть контакты. Жучок? Он самый. Даже не верится, что это со мной происходит. Давайте, может, я ваш телефон на всякий случай посмотрю. Пожалуйста. Угу. Ну вот, у вас здесь установлена программа «Шпион». Она отсылает на удаленный сервер все записи разговоров и сообщения. А также фиксирует местоположение. А где этот сервер? Можно узнать, куда все уходит? Вот, сервер находится в Швейцарии. В Швейцарии? Угу. Ну, я не смогу отследить человека, который сохраняет всю эту инфу. Для этого нужно международное разрешение или взломать систему безопасности швейцарского сервера. Ну, даже если вы меня очень попросите, я этого делать не стану. Ладно. Так, а вот наличие жучка говорит о том, что принимающее устройство находилось где-то неподалеку от вашего дома. У него не очень большой радиус действия. Надо заявлять в полицию. Нет. Судя по тому, что сказал Стас, в тот день я не собиралась идти в полицию. Значит, на то были причины. Вы понимаете, что ситуация изменилась? В ваш дом кто-то проник, это уголовное дело.
Я уже однажды поспешила заявить в полицию. Вы сами знаете, чем это закончилось. Больше я спешить не хочу. Программу я удалил. Жучок выкинул. Егор, спасибо вам огромное. Не за что. Ну ладно, счастливо. До свидания. Давай. Давай. Если бы в моем доме был тайник, Егор бы его нашел. Само собой. Другое интересно, кто за вами следит? Это кредиторы Григория или какие-то другие люди? Даже не знаю, что и думать. Я сегодня ужасно вымоталась. Спать хочется. Может, остаться у вас? Так будет безопаснее. Мне нужно побыть одной. Понимаю. Какие планы на завтра? Завтра занятия. Значит, послезавтра. Встретимся и продолжим. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной. Итак, в моем доме установили жучок. В телефоне прослушка. Значит, этому человеку известно о моих разговорах и о том, что происходило в этом доме. Но он не знает об этом. Володь, это вы? Вы кто? А то ты не знаешь. Что вам нужно? 100 штук верни! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я не знаю, где эти деньги. Да я! Бабки мои верни! Такой. Да бабки она мне висит. Не она, а ее покойный муж. Она тебе ничего не должна, понял? Понял. Жучки в доме, твоих рук дело. Какие жучки? Нафиг оно мне надо? А не знаешь, кто мог? Кого-нибудь видел? Да не, стой. Чувак здесь ходил. На синей тачке ездит. Думал, тоже за деньгами. Худощавый такой. Может, он следит? Больше ничего не видел. Вставай, иди. Если тебе кто-то что-то должен, обращайся в арбитражный суд, понял? Ты в порядке? Как ты узнал? Я случайно решил вернуться. Подумал, те, кто поставил жучки, поймут, что мы их выключили. Вдруг опять вломятся. Спасибо тебе. Давайте, собирайте вещи и поехали ко мне. Здесь небезопасно, да? Честно говоря, я так и не понял. Проходите, пожалуйста. Когда они успели поставить программу «Жучок» на ваш телефон? В моем случае это не проблема. Я рассеяна. Мобильный часто забываю. Людмила, у меня к вам есть предложение. Давайте хотя бы на один вечер забудем про наше расследование. Давайте попробуем. Прошу, проходите. Я переживаю, как он испанский язык освоит. Все-таки ребенок в чужой стране без языка – это очень трудно. Дети все легче усваивают. Не удивлюсь, если через год он свободно заговорит. Хорошо бы.
Ну, Димка вообще мозговитый. Я помню, когда он только начал читать, мы с женой подсовывали всякие книжки про зверей, сказки разные. А он втихаря пробрался в мою комнату и из шкафа вытащил учебник по занимательной физике. Весь его от корки до корки прочел. Теперь ждет, когда в школе физика начнется. Говорит, папа, младшая школа – это не мое, я уже большой. Какой молодец. Для учителя информатики вы очень интересно рассказываете. Писать не пробовали? Да нет, что вы. Нет, ну, был, конечно, опыт. Я сказку написал. Детскую. Серьезно? Интересно. Как-то Димка заболел, и я написал для него сказку про самолетов. Сана кто? Самолеты. Это такие магические существа. Они чем-то похожи на ежиков. Ну, то есть у них иголки. Вот, и они летают между мирами. Когда ребенок болеет, самолет прилетает, забирает все болезни, дурные сны, тревоги. Все это на иголках уносит. Вот. А однажды конфликт в чем? С самолетом в мир детей преграждают путь другие существа, злые, кошмарусы. И те закрывают самолетом проход в мир... Там мне интересно дальше. Простите. Мне очень интересно. Я бы даже хотела почитать вашу сказку на ночь. Честно? Да. Я распечатаю. А, если что, я поселил в гостиной. Ложитесь, ничего не бойтесь. Большое спасибо. Доброе утро. Доброе. Мне показалось, вы очень рано встали. Да, как-то не спалось. Я дочитала вашу сказку. Мне понравилось. Правда? Это вам. Как вы угадали? Я ведь именно такими себе их и представлял. Вам нравится? Безумно. Вы должны издать эту книгу. Я не против, но у меня будет одно условие. Какое? В книге будут ваши иллюстрации. Если честно, мне давно не было так спокойно и уютно. Вы знаете, мне тоже. Ну, что хотите на завтрак? Сразу предупреждаю, выбор небольшой, я все-таки живу один. Пельмени с квасом. Да ладно. Вот это выбор. Недаром говорят, что у беременных странные вкусы. Да? Вот, пожалуйста, квас. Отлично. И пельмени тоже есть? Вы сколько штук будете? Даже не знаю. Тогда давайте я буду бросать, а когда достаточно, скажете стоп. Хорошо. Что стоп? Если все не так, как кажется, и меня никто не насиловал. То есть как? Вы же сами сказали, что вы беременны. Да, я так говорила. Сейчас все увидела. Я увидела, как все было на самом деле. Тот человек у озера, он не насильник. Это мой муж. Он жив. Люда, стойте! Все может быть не так, как вам кажется. Я же вспомнила, я увидела его лицо. Я вам объясняю, это может быть ложное воспоминание. Это можно проверить. Главное найти ДНК Гриша. Ну что-то же должно остаться. Может, расческа, я не знаю, или щипчики для ногтей. Где может быть его кровь? Кровь. Точно. Как же я сразу не подумала.
Гриша как-то заезжал ко мне на работу, я тогда развеску делала. Он помогал мне мою картину в раму вставить. И порезался о гвоздь на подрамнике. Кровь капнула на холст. Где эта картина? В школе искусств. Мне нужно срочно туда. Я с ключами от машины. Володь, не нужно, я сама. Спасибо за все. С разными образцами приходилось работать, но картин нам еще никто не приносил. Вот видите, тут под рамой сохранилась кровь предполагаемого отца ребенка. Видите? Так, придержите, пожалуйста. Мне кажется, для исследования не хватит биологического материала. Что же делать? Вы знаете, для меня это жизненно важно. Может, все-таки получится? Даже не знаю. Я готова заплатить. А вот этого не надо, пожалуйста. У нас с этим очень строго. Извините. Оплатите в кассу по прейскуранту. Да, конечно. Да. А, значит, вы беретесь? Ой. Попытаемся. Вы второй образец принесли? Да, вам его должны доставить из клиники. Я там недавно делала биопсию ворсин хорионоплода. О, это очень хорошая новость. БВХ при исследовании дает очень точный результат. Да. Надеюсь, что получится. О, привет. Привет. А я тебе капучино заказала. Надеюсь, не остыл. Спасибо. Ну, рассказывай, что случилось. Светишься все. Я вспомнила. Представляешь? Что ты вспомнила? Я видела его в тот вечер у озера. Он вышел ко мне. Я к нему побежала. Кого ты видела? Гриша. Да. Лёд. Я тебе серьезно говорю, он жив. Меня никто не насиловал. Гриша, отец моего ребенка, Том. Ну, это... Ты же понимаешь, что все это как-то... Можешь мне не верить. Скоро все выяснится. Да? Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Это из лаборатории по поводу вашего исследования. Можете приезжать за результатом, все готово. Хорошо, спасибо. Да-да. Здравствуйте, Людмила Крылова. Сказали, что мои результаты готовы. Да-да, минуточку. Так. Вот, пожалуйста. Вы знаете, я так волнуюсь, я ничего не понимаю. Что здесь? Ну, что ж там непонятного? Тест на отцовство дал положительный результат с вероятностью 99,9%. А почему 99? Ну, так принято, что никто никогда не пишет. Вы можете не сомневаться. На картине, которую вы нам принесли, кровь отца вашего ребенка. Значит, он жив. Спасибо большое. Извините. Простите, пожалуйста. Извините. Вы картину не забудьте. Да. Еще раз огромное спасибо.
невероятно. Просто фантастика какая-то. Ну вот, а вы мне не верили. Надо идти в полицию. Нет. Если Гриша так поступил, значит, случилось что-то серьезное. Так я и говорю. Давайте обратимся в полицию. Я должна сама понять, почему он так поступил. Что у него произошло. Я понимаю, это опасно, и вы не обязаны мне помогать. Я буду вам помогать. Дело приобретает слишком серьезный оборот. Спасибо, Володя. С чего начнем? Даже не знаю. Нужно понять, к кому он мог обратиться в такой ситуации. На кого положиться. Может, к этому помощнику, помните, вы рассказывали, как его? Павел? Нет? Да, я говорила с ним. Он был растерян, деньги свои хотел забрать. Не думаю, что он что-то знает. Тогда, может быть, кто-то из друзей детства? Вот подумайте, куда мы едем, когда у нас проблемы? В родной город? Точно. Откуда он родом? Из Сосновска. Так. Тогда нужно ехать в детский дом. Возможно, там удастся кого-то найти. Давайте поедем. Что-то случилось? Похоже, за нами хвост. Синяя машина? Да. Может, это кредиторы Гриши? Или же люди, от которых он скрывается. Что же делать? Попробуем оторваться. Держитесь. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте. Мы бы хотели поговорить с кем-нибудь об одном воспитаннике. Давно выпустился? Лет 17 назад. Давно. У нас тут весь состав за это время сменился. Вам надо к Анне Степановне. Только она с того времени здесь работает. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Что вас интересует? Мы бы хотели поговорить о вашем воспитаннике, Григории Крылове. Проходите. Понимаете, Гриша пропал, и мы его разыскиваем. Вы можете рассказать о нем? С кем он общался, чем увлекался? Сейчас любая для меня информация очень важна. Может, чайку? Нет, спасибо. Можно. Гриша, Гриша, Гриша. Очень хороший был мальчик. Любил с животными возиться. Притащит было какого-нибудь щенка с палубной лапкой, чтобы его выходить. Ах, какие у нас тут щенки. Нам по санитарным нормам не положено. Странно. Когда я хотела завести собаку, Гриша мне отказал. Ну, что я вам могу еще сказать? Очень слабохарактерный был. Поддавался очень дурному влиянию. У нас много неблагополучных детей. И хулиганы появляются, бывает. И вот они Гришу тащили за собой. А у него не было смелости возразить им. Трусоват. Ну, видимо, люди меняются. Гриша точно не трусоват.
и не бесхарактерный. Я очень рада, что он изменился в лучшую сторону. А теперь Гриша чем занимается? Он бизнесмен, у него небольшая фирма, занимается элитными ремонтами. Точнее, занимался, пока не пропал. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Я ведь его видела последний раз на выпускном. Сергей со Светой вам помогут. Это его одногодки. Они поддерживают очень тесные отношения со своими. Минуточку. О, вот, нашла телефон Сергея. Запиши. Кстати, печенье просто прекрасное. Сами пекли? Конечно. Браво. А хотите, я вам покажу детский альбом Гриши? Очень хочу. Так. А, вот он. Опа. Так. О, вот. Гриша. Что-то я его не узнаю здесь. Ну вот же, он. Я никогда не видела Гришиных детских фотографий. Тут он на себя не похож. Да, верно. Я его жена. Скажите, мы могли бы сегодня встретиться? Мы сейчас в детском доме. Да? Отлично. Тогда до встречи. Ну что? Через час они подъедут сюда. Это же хорошо. Мне кажется, это Сергей что-то знает. Когда мы с тобой последний раз Гришу видели? 7 лет назад. Ну, это как раз Танька родила Кольку. Да, 7 лет назад. 7 лет. Ой, он тогда пил. Угу. Очень сильно пил. А что у него случилось? Да жизнь у него случилась. Гриша вообще любил за воротник закладывать. Я ему говорил, нужно лечиться от алкоголизма. Но он разве послушает? Алкоголизм не может быть. Да еще как может. Он когда пропал, мы решили, все, скопытился из-за водки. А он в столицу уехал. Да еще и на красавице женился. Ну, чего только в жизни не бывает. А он что, при вас вообще не пил? Ну, по праздникам. И то немного. Вот, значит, за здоровье взялся. Вот это хорошо. То, что с его лишним весом пить, это ж такая нагрузка на сердце. Подождите, каким лишним весом? Ой, ну, сколько он весил? Ну, в 2 раза толще, чем ты был. Где-то 150. Ну, да. Вот такой, да, он был. Это он? Да это не Крыло. Нет, это не он. Это какой-то страшный сон. Однажды я проснусь, и все будет как раньше. Не хочу тебя расстраивать, но это не сон. С кем я вообще жила все эти годы? Как его зовут? Похоже, проблемы твоего мужа начались задолго до вашего знакомства. Похоже на то. Ты только не обижайся, ладно? Но он может оказаться кем угодно. Вполне вероятно, что он бандит. Может быть, даже убийца. Нет, Гриша не убийца. Я думаю, его преследовали, и он решил исчезнуть. Поменял фамилию, стал Крыловым, встретил меня. А потом его снова нашли. Ну, может и так. В любом случае, надо идти в полицию, они разберутся. Не забывай, я ношу его ребенка. И что? А то, что я сама хочу понять, что к чему. Хочу найти доказательства его вины или невиновности до момента, как это узнает полиция. Я сама хочу решить, обвинять мне его или защищать. Но ведь это глупо.
А кроме того, что это глупо, это еще и очень опасно, Люд. Он тебя подставил, обманул, он тобой воспользовался. Не надо так. Он мой муж. Муж? И где сейчас твой муж? Почему я тебе везу, а не он? Почему он ничего не объяснил, не подготовил тебя, просто исчез? Инсценировал свою смерть и повесил все свои долги. Останови машину. Я с тобой никуда не поеду. Еще чего? Я тебя одну никуда не отпущу. Ты не имеешь права. Останови машину. Все, приехали. Ай, ё-моё. Володь, ты извини, я не права. В конце концов, ты не обязан мне помогать. Да при чем здесь обязан, не обязан? Я же не об этом. Ну что, может, в специальную службу позвонить? Да. Алло. Добрый вечер. Эвакуатор нужен. Да то ли масляный фильтр, то ли тормозная, я не понимаю, что-то течет. На корягу наехали, да. В лесу стоим, из Сосновска. До трассы, ну, 30-35 километров. То есть как с утра? Девушка, вы понимаете, что мы в лесу стоим? Нет, вы не понимаете, вам напомнить, что вы обязаны. Алло. Связь прервалась. Сказали, завтра приедут. И что же делать? До Сосновска пешком мы только к утру придем. Придется ночевать здесь. Знаешь, мне всегда было ужасно интересно, почему люди учителями становятся? У тебя как получилось? Это целая история. Ну, расскажи. У меня есть сестра, младшая, 5 лет разница. Когда в школе учились, у нее, ну, оценки не очень были. И родители все время мне говорили: Вов, тебе не стыдно, ты в отличниках ходишь. А Ирку того и гляди, на второй год оставят. И ты решил ее подтянуть? В общем, да. Начал заниматься, и успеваемость действительно выросла. А дальше странная штука. Я позанимаюсь, у меня 5. Перестаю заниматься. Опять в 3 сползает. Ну, понятно, ей просто было скучно самой заниматься. Скорее всего. Тут она эту фишку просекла и начала домой одноклассников водить целыми стайками. Ко мне на занятия. Дети довольны, учителя счастливы. Я, ну, наверное, впервые в жизни понял, что мне нравится заниматься детьми. Да. И, возможно, так ты понял, что это твое призвание. Ну да. Где сейчас твоя сестра? Общаетесь? Да как общаемся? Созваниваемся. Она за границу уехала, замуж вышла. Ой, ты знаешь, я тебя ужасно понимаю. Мне тоже очень нравится моя работа. Видеть, как дети слушают, стараются. А знаешь, какой самый большой кайф? Какой? Когда получается. Да. Я когда учителем устроилась в школу искусств, так мои знакомые диву давались. Зачем мне это надо? А мне нравится. Очень нравится. Дети – это счастье. Thank you.
Как это произошло? Что? Ну, вот это все. Ты уснула у костра, я тебе перенес. А почему мы? Ты... Ну, я же тоже должен спать. Вот я и лег. Ну, да. Машина. Командир, доброе утро. До сервиса не подбросите? Подброшу, трос есть. Да найдем. Да, вы там тогда зацепите, я сейчас здесь. Может, передумаешь? Останешься у меня, пока все не уляжется. Спасибо, Володь. Не нужно. Люд, ты... Ты там это, береги себя, ладно? Аккуратней. И ты себя. Спасибо тебе. Пока. Пока. Алло. Привет, это я. Привет, Тамар. Вернулась? Да, вернулась. Ну, отлично. Заеду к тебе на кофе, можно? Конечно, заезжай, как время будет. Тебя и полностью тебе доверяю. Для чего этот ключ? От складбокса, где хранятся все мои... Точнее, наши с тобой деньги. Гриш, куда ты вляпался? Забудь, я не хочу тебя в это впутывать, правда. А ты знаешь, что это очень жестоко? Ты знаешь, что я чуть не умерла, когда узнала, что ты погиб? Знаешь об этом? Ну хорошо. Хорошо, я все тебе расскажу. Что случилось? Меня подставили. Кто? Это уже не имеет никакого значения. Они охотились за мной, поэтому мне пришлось инсценировать свою смерть. Почему ты мне не сказал? Потому что я не мог, они за тобой тоже следили. Ты могла себя случайно выдать, и мне нужно было, чтобы они видели, что ты по-настоящему переживаешь. Ну, прости, но у меня не было другого выхода. Ну, прости. Я поселился здесь, где меня никто не найдет. Чтобы все улеглось. Чтобы снова вернуться к тебе.
Значит, все улеглось? Не совсем. Я просто не смог устоять. Поехал на собственные похороны. И увидел, как ты страдаешь. Потом пошел за тобой на озеро. Ты была такая поникшая, такая опустошенная. Я не смог тебя не позвать. Мне очень захотелось к тебе прикоснуться. Мне очень захотелось тебя обнять. Ты не можешь здесь прятаться вечно. Значит, ты хотел сбежать. Да, хотел вместе с тобой. Я тебе не верю. Глупая, ты должна мне верить. Этот склад-бокс оформлен на твое имя тоже. И что ты собираешься делать? Сейчас я пока ничего не могу. Все считают, что я мертв. Там полно видеокамер и охраны. Ты хочешь, чтобы я туда поехала? Да. Возьми все наши деньги и привези сюда. И мы уедем с тобой далеко-далеко. Где будем только ты и я. Склад номер 5. Говорите. Добрый день. Здравствуйте, я вас слушаю. Я по поводу боксов для хранения. Назовите, пожалуйста, имя и фамилию. Крылова Людмила Сергеевна. Минутку. Сейчас проверю. На ваше имя бокс не оформлен. Привет! Привет! А мы с папой идем на колесо обозрения. Прикольно. Класс! Алло. Алло. Привет. У меня сегодня родительский день, вот с сыном в парк собираемся. Нет желания присоединиться? Ты знаешь, мне сейчас совсем неудобно. Я вспомнила, что этот ключ от бокса. Представляешь, сейчас в интернете ищу склады, и, может быть, найду нужный адрес. Ведь звонить можно откуда угодно, из дома, из парка. А если ты будешь рядом, мне будет гораздо спокойнее. Ну, хорошо. Отлично. Тогда ждем тебя у колеса обозрения. И отговорки не принимаются. Димка, пойдем? Пока. Склад-бокс на имя Людмила Крылова. Да. Не значится. Извините. Ну, привет, пропажа. Фух, еле добралась до тебя. Ужасно хочу твой капучино. Привет. Привет. Ну, давай, рассказывай, где ты пропадала все это время. Даже занятия в группе пропустила. Слушай, извини, пожалуйста, так неудобно получается. Я пообещала встретиться с другом и его сыном в парке. Сейчас? Ну да. Так, а... Если ты не возражаешь, давай увидимся в другой раз и расскажу тебе со всеми подробностями. Не пошли, погуляем вместе. Или неудобно? Помешаем, да? Тамар, что-то случилось? Настроение просто такое сегодня. Воспоминания накатили. Думала, немного поговорим с тобой. Просто хожу там все время одна по этой старой пристани, сама с собой разговариваю. Ничего, и не обращай. Слушай, внимание. Конечно. О чем речь? Поехали. Посмотрим, что нам тут мама положила. Ясно. О, привет. Всем привет, Димка. Это моя знакомая Людмила. Привет, Дим. Привет. Это Тамара. Здравствуйте, очень приятно. Тамара, это очень Владимир, приятно. Я тебе рассказывала. Я поняла, да. Здравствуйте, Дмитрий. Вы не против, если я с вами немного погуляю? Нет. Димка на самом деле очень общительный. Чем больше людей, тем для него лучше. Руку.
Пойдемте. А давайте поиграем в слова. Слова – это как в города? Ну, когда предыдущее слово заканчивается на букву, с которой начинается следующее. Да, только слова нужно по заковырести. Ну, давайте. Чур я первый. Атрибут. Атрибут. Ух ты. На Т. Террариум. Ну, вау. Теперь я, да? Да. Мэ. Ментол. Ментол. Мне на Л. Любовь. Пап, но любовь-то не очень сложное слово. Вот. Согласен, сынок. Но произнести его порой очень непросто. Так, значит, мне на В. Вата. Мы же купим ее, правда? Давай. Вот. Умный ребенок. Нам одну вату, пожалуйста. Да? Добрый день. Евгения, я по поводу вашей поездки. Да, что-то случилось? Все в порядке, виза готова. Мы отправим вам документы с курьером. Спасибо. Так что можете влетать, как планировали. Вам хватит 2 дней на сборы? Да, да, конечно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вы как там? Прекрасно. Все, кажется, приехали. А, приехали, да. Отлично. У меня уже голова закружилась просто. Ой-ой-ой, я накрутится. Давайте, я помогу. Осторожно, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Дима, дарю как лучшему наезднику. Спасибо. Все в порядке. Сынуль, понравилось кататься? Мне больше пещера ужасов понравилась. Любишь ужастики? Обожаю пугаться. А стойте, а давайте я вас сейчас сфотографирую, а? Давайте. Отлично, вот. Ай, у меня телефон разрядился. Возьмите. Может, мой. Вот, ваш, да. Там надо, да. Да, вот. Это вы... Я включил, да? Да, камеру, да, вы настроили, да? Да, круто. Хорошо, да, отлично. Так, становимся кучнее. Вот. Прям семейное фото. Так здорово. Сейчас я просто... Экран очень темный. Настройки. Там, да, зайдите, да, в настройки. Да, я как раз на настройках. Тамара, у нас уже щеки устали улыбаться. Сейчас, подожди. Сейчас еще. Да. Есть? Сейчас, Дима. Дима, глаза закрыл. Глаза закрыл. А ну-ка, давайте по команде. Да, давай сейчас. Сынок, раз. Смотри туда. 2, 3. О, шикарное. Есть? Фото. Шикарное фото. Давайте, ты с нами. Вставай. А давайте, да, все вместе. Не, да. Да давайте. Не, да. Не, я не хочу. Тамара, все, фотографируемся, Дима. Я не хочу. Давай. Пока, пап. До встречи. Пока, тетя Люда. Счастливо. Была рада знакомству. Да, посмотрите, пожалуйста, склад-офис на имя Людмила Крылова. Сколько контор обзвонила? Что? Еще раз повторите. Зарегистрирован. Отлично. Адрес. А вы могли бы выслать смс-кой адрес? Большое спасибо. Всего доброго. Кажется, нашла. Это где-то за городом. Угу. Может быть, завтра утром вместе поедем? Давай сегодня. Если верить навигатору, ехать еще полчаса. Не близко твой Григорий запрятал. Не знаю, что он там запрятал, но явно не хотел, чтобы это нашли. Я же рассказывала, что вспомнила. Он спрятал туда все деньги. Ты-то вспомнила, но если человек скрыл свое прошлое, велика вероятность, что он врал всю жизнь. Володь, ты опять? Прости. За нами опять гость. Можешь от него оторваться?
Попробую. Поедем-ка мы другой дорогой. Нарушаем. Командир, так мы ж к вам и ехали. В смысле ко мне? Склад оформлен на другого пользователя, но вам также предоставлен доступ к ячейке. Пойдемте. Третий бокс. Спасибо. Так и знала. Ключ не подходит. Дай-ка. Люд, зачем так волноваться? Все подходит. Сходи. Ничего не понимаю. Может, в коробке? Сейчас глянем. Что это? Что-то есть. Поверьте, мы нашли. Немыслимо, сколько их тут. Очень много. Надо сообщить в полицию. Подожди. Ну что ждать, Люда? Ну чего ждать, а? Это деньги твоего мужа. И давай надеяться, что их хватит, чтобы покрыть его долги. Володя. Что, Володя? Ты понимаешь, что такие деньги могут убить? Я понимаю, должна выяснить, где сейчас Гриша, что с ним случилось, кто его преследует. Пока я это не сделаю, я не хочу никому ничего говорить, понимаешь? Я понял. Я все сделаю сам. Не сделаешь. Это я волнуюсь за тебя. Я боюсь за твою жизнь и за жизнь твоего ребенка. Ты куда? В полицию. Ты не имеешь права, это не твоя тайна. Да какая разница, чья это тайна? Я поступаю так, как считаю нужным. Ты понимаешь, что тебя это не касается? Оставь в покое меня и моего мужа. Володь. Поступай со своим мужем. Со своими деньгами. Как тебе заблагорассудится? Прости, я не то хотела сказать, слышишь? Володя. Это я. Я их упустил. Не ори на меня, сам знаю. Будут возвращаться, я их засеку. На въезде в город. Том, привет. Привет. Ты где? Дома? Пока нет, но уже собираюсь. Ты можешь ко мне приехать через часик? Конечно, могу. У тебя что-то случилось? Я тебе потом объясню. Ну, хорошо. До встречи. Пока. До встречи. Привет. Заходи. Что случилось? Случилось. Я поругалась с Владимиром, и на этот раз, кажется, навсегда. С чего вдруг? Я обидела его. Это что? Ты что, вспомнила? Что вспомнила? Это место. Ты знаешь это место? Ну, конечно, это бывший пионерский лагерь. Я думала, что это плод моего воображения. Какой плод? Это реальное место. И ты знаешь, где оно находится? Ну, конечно. Меня родители туда каждый год отправляли. Слушай, если это не моя фантазия, и
Это место из утраченного дня, и мое подсознание хочет сказать мне об этом. Очень может быть. Тамара, мне надо немедленно туда. Ты можешь показать мне дорогу? Сейчас, на ночь глядя? Ты с ума сошла? Том. Послушай, я тебе обещаю, я завтра тебя туда отведу. А вон корпус 6-го отряда. Я там 3 смены провела. Уже чуть не обалдела. Помню, писала маме слезные письма. Мама, забери меня отсюда. А то так грустно. Здесь жутко. Угу. Раньше как-то посимпатичнее было. А, кстати, это танцплощадка. Тут пацаны перед нами выпендривались, знаешь, соревновались. Возле кого девок виться больше будет. Вот оно. Я не помню, что здесь было раньше. Какой-то кружок для вот. Чем здесь так жутко? Полиция! Полиция, вы меня слышите? Мы нашли труп. Людмила Сергеевна, скажите, вы знали убитого? Да, это мой муж. Насколько мне известно, ваш муж погиб на озере в результате несчастного случая. Да, это так. То есть, нет. Я думала, что Гриша погиб, но он инсценировал свою смерть. А убили его позже. Что вы на меня так смотрите? Вы мне не верите? Ну, почему же? Есть у нас как раз сейчас в разработке одна группировка. Они как раз специализируются на торговле личностями. Убивают какого-нибудь бомжа, уродуют тело до неузнаваемости, потом в квартиру клиента подкидывают какие-нибудь его вещи с частичками ДНК. А клиенту отдают документы убитого. Так зачем ваш муж инсценировал свою смерть? Его кто-то преследовал. Кто? Я не знаю, может быть, из прошлого. Гриша уже менял личность. Я совсем недавно узнала, что на самом деле он не Григорий Крылов. Значит, вы узнали, что ваш муж все эти годы обманывал вас, разозлились и убили его. Что вы такое говорите? Я любила его. Так почему вы его убили? Я не убивала его. Я не помню, что произошло. Если бы я была убийцей, разве бы я стала вызывать полицию и рассказывать вам все это? Ну, во-первых, полицию вызвали не вы, а ваша подруга. Во-вторых, если вы невиновны, чего тогда ждали? Почему не вызвали полицию сразу, 2 месяца назад? Потому что я потеряла память. Я совсем недавно начала вспоминать этот день. И то частями. Да, это очень удобно. Я обращалась даже к гипнотерапевту за помощью. Вы можете это проверить? Проверим. Обязательно проверим. И ваши потери памяти, и вменяемость, и личность вашего мужа. Вот только ответьте мне на один вопрос. Если, как вы утверждаете, вы не все помните, что было в тот день, как вы можете быть уверены, что это не вы убили вашего мужа? Стоим. Люда! Вперед. А что они тебе сказали? Вы мешаете. А куда вы ее ведете? Вы меня не услышали. Послушайте, так это моя подруга, я должна знать, что происходит. Ваша подруга задержана по подозрению в убийстве на 48 часов. Все, идем.
делать. Спасибо, что помог. Да нет, что давай эту квартиру донесу. Да не, не тяжело, спасибо. Слушай, а как там у вас с визами? Дали? Да, все хорошо. Не переживай. Ну, ты завтра постарайся не опаздывать. Я хочу хотя бы за 3 часа в аэропорт приехать. Не волнуйся. Довезу в лучшем виде. Можно я понесу? Да, спасибо. Все, сынок. Давай. До завтра. Пока, пап. Не тяжело тебе? Нет. Лицом к стене. Руки. Вперед. Вечер добрый, а Людочки нет. Здравствуйте. Вы не знаете, где она? Не знаю. Утром куда-то уехала, так и не приехала. Я сама ее дожидаюсь. Заявление подписать на облагораживание территории. Вот звонила, не открывает. Может, спит? Да она не лентяйка. Чего ей с утра до вечера спать? Женщина она порядочная, хоть и вдова. Ясно. Вы, если ее увидите, пожалуйста, передайте, пускай Владимир позвонит, хорошо? Передам обязательно. Спасибо. Угу. Что, Людмила Сергеевна, вспомнили еще что-нибудь? Нет. Я не убивала Гришу. Я это совершенно точно знаю. Я любила его. Любили? То есть больше не любите? Ну чего молчите? Как говорится, от любви до ненависти. Вот, пожалуйста. На ноже, которым убили вашего мужа, обнаружены ваши отпечатки пальцев. Да, возможно, я держала нож в руке, но я не могла его убить. Почему вы мне не верите? Может, это сделали те, от кого он скрывался? За долги. А откуда вы знаете, что у него были долги? Как это откуда я знаю? Они меня уже 2 месяца атакуют.
Да. Я знала, что у мужа были долги. И он собирался уехать с деньгами. Он сам вам это говорил? Он сказал, что мы вместе должны уехать. Далеко. Где нас никто не найдет. То есть, что сказал, вы помните. А как умер, не помните. Очень удобная амнезия. Я же вам говорю, я частями вспоминаю этот день. Фрагментами. Давайте, вспоминайте. Я пока не вижу ни одного факта, подтверждающего вашу версию гибели вашего мужа. Ну, кто же тогда меня преследовал эти 2 месяца? Следил за мною? Ставил жучки в квартире, в телефон? Кто? Где? Где сейчас эти жучки? Вы можете показать хоть один? Нет. Ясно. Что вам ясно? Мне ясно, что это убийство в состоянии аффекта. Нет. Именно из-за аффекта. Вы не догадались спрятать нож. Именно из-за него вы не все помните, что было в тот день. Такое случается. Тогда кто за мной следил? Ну кто? Любовник, например. И почему вы мне не верите? Да потому что у вас был мотив и возможность. Именно ваши пальцы на орудии убийства. И вы ни черта не помните, что было в тот день. До суда. Всего этого будет более чем достаточно, чтобы признать вас виновной. Люда. Идемте. Люда. Присаживаемся. Люда, я сразу к следователю пошла. Я еле договорилась о свидании. Он не хотел давать. Понимаешь, я не родственница. И... Боже мой, как они тут с тобой обращаются. Не знаю, что ты ребенка ждешь. Люда. Они думают, что это я, но я этого не делала. Я это точно знаю. Просто я не помню, что произошло. Ты мне веришь? Какая разница? Сейчас тебе о другом нужно думать. О чем? Как тебе отсюда выйти? Я не знаю. Тебе не надо чего знать, Люда. Тебе нужен хороший адвокат. Специалист по уголовному праву. У меня на примете один такой есть, но... Не знаю, получится ли. Что получится? Знаешь, он реально лучший в своем деле, но он ужасно дорогой. У меня нет таких денег. Люд, ты слышишь, что я тебе говорю? Я слышу. Я найду деньги. Стоим. Вперед. Разрешите сделать один звонок? Идите, давайте. Я вас очень прошу, это важно. Пожалуйста. Только быстро. Спасибо. Доброе утро. Не такое уж оно и доброе. Ну, пойдемте. Следователь только сейчас разрешил свидание с подозреваемой. Благодарю. Людмила, вы должны мне все рассказать. Все как было, шаг за шагом, минута за минутой. Я вам все рассказала. Я на самом деле не помню момента убийства. Помню, как стою на месте преступления. Держу в руке нож. А дальше провал. Ну, значит, рабочая версия у нас есть. Убийство в состоянии аффекта. Мы можем добиться минимального срока, тем более вы беременны, и суд примет данное обстоятельство во внимание. Геннадий, мы не будем выдвигать никаких версий. Я абсолютно уверен, что Люда никого не убивала. Я хорошо ее знаю, я ручаюсь, это не она. Володь, спасибо тебе. Правда, спасибо за все. Все будет хорошо. Мы разберемся во всем. Ну что ж,
Тогда я пойду более детально ознакомлюсь с материалами дела. Ну, а вам я советую предоставить следствию другого подозреваемого. То есть найти настоящего убийцу? Другой подозреваемый существенно увеличит шансы на успешную защиту Людмилы. Геннадий Павлович, а что делать с деньгами мужа? Следователь меня не спрашивал, и я ничего не сказала. Ну вот ничего и не говорите. Вам будет сложно объяснить, почему вы сразу о них не сказали полиции. Я поняла. Мне пора к следователю. Спасибо. Всего доброго. Володь, если понадобятся деньги, они на том же месте. Ключ у меня дома в мольберте. Я все сделаю. Ничего не бойся. Ну, что сказал следователь? Отпечатки Григория пробили по учетам. Это некто Виктор Матросов. Ага. В 2012 году он привлекался в связи с убийством по неосторожности. Убийством? Все так серьезно? Он сбил гражданку Семенову Маргариту Ивановну. Это было еще в Сосновске. Его отпустили из суда под залог. Он сбежал. И с тех пор он числится в розыске. Что же это получается? Сбил невиновную девушку, ушел от ответственности. И что, родственники? Ее родственники не пытались его искать? Ну, вероятно. А что, если кто-то действительно его нашел, скрывающегося под чужим именем? Матросов про это узнал, набрал кредитов, инсценировал свою смерть, пытался сбежать, но мститель его настиг и убил. Все возможно. Геннадий, найдите всю информацию по сбитой девушке. Сможете? Я постараюсь. Налево. Люда, пожалуйста, подождите минуту, я адвоката привела. Прошу вас. Познакомься, Арсений Петрович, адвокат. Я тебе о нем рассказывала. Здравствуйте. Здравствуйте, Арсений Петрович. Простите, что зря побеспокоили, но мне не понадобятся ваши услуги. В смысле? Что ты такое говоришь? У меня уже есть адвокат. Какой адвокат? Арсений Петрович самый востребованный в городе. Он специально нашел время для тебя. Еще раз извините. Идем. Вперед. Сидите, это бред какой-то. Стоим. Сейчас мы все уладим. Вы мне должны за полтора часа моего времени. Мы сейчас находимся у здания городского суда Сосновска, где сейчас закончилось заседание по делу Виктора Матросова, 15 июля этого года, сбившего насмерть на пешеходном переходе гражданку Семенову Маргариту Ивановну. Заседание было отложено на неопределенный период. Дело в том, что Матросов, находясь под подпиской о невыезде, не явился в суд. Как выяснилось, он скрылся от внутренних органов и сейчас находится в розыске. А это муж погибший. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Просто чудовищно. Убийца на свободе. И раз в нашей стране нет правосудия, я буду в правосудии. Я тебя найду! Алло, Геннадий, вы очень вовремя. Я тут раскопал в сети ролик, в котором муж Семеновой угрожает Матросову расправой. Да, я уже видел. И как, удалось что-то узнать про Семенова? После той трагедии он перебрался в столицу и живет здесь. Я скину тебе его адрес. Спасибо. Надеюсь, мы вышли на верный след. Извините, мне Машеньку надо кормить по времени. Да пожалуйста, пожалуйста. Скажите, а супруга ваша где? Супруга? На работе, а я сегодня дома. Ясно. Ну-ну-ну, мы сейчас молочко попьем. Я сегодня с Машенькой. У меня еще старший есть, но он в садике. В общем, дело не в правах. Ну-ну-ну-ну. То есть хотите сказать, вам не до Матросова? Ну, конечно. Я хотел, чтобы его наказали по всей строгости закона, но времени нет. Ну-ну-ну. А вы не знаете, где он сейчас живет? Нет.
Если бы я знал, я бы сразу в полицию обратился. Мстить не стал бы. Ну, солнышко, из-за этого урода жизнь себе портить. Ну, Машенька. У меня есть видео, в котором вы угрожаете Матросову расправой. Ну, угрожал, и что? Извините, мне ребенка укладывать надо. Пойдем, Машенька, пойдем. Мы сейчас молочко попьем, ляжем в кроватку, будем люли, люли, люли. Вы знаете, я тоже из-за этой ненависти к Матросову даже с его женой сошелся. С кем сошлись? Ну, с женой, с Матросовой, Тамарой. Люли, люли, Тамары. Люли. У нее зуб был на него больше, чем у меня. Она взяла громаднейший кредит, ну, чтобы под залог его выпустили. Ну-ну, солнышко. А он вернулся домой и все деньги спал. Кинул ее, в общем. А у нее ребенок должен был быть на 3 месяца. В общем, ребенок не родился. Ну, солнышко. Скажите, а вы поддерживаете связь? Поддерживали раньше. Но потом, когда в столицу перебрался, ну, женился 2-й раз. Ну, мой солнышко, ну, перестали общаться. Она мне звонила 2 месяца назад. Сказала, что вышла на след Матроса. Я ей говорю, сдай его в полицию и забудь. Смотрите, пожалуйста, это не она. Она? А вы откуда ее знаете? Ну, Сашка, ну, что? Знаю. Геннадий, это я. Есть новости. Похоже, в этом деле замешана бывшая жена Матросова, Тамара. Я перезвоню второй линии. Да? Так, а теперь ты ни слова не говоришь о том, что узнал. Это Тамара. Откуда вы знаете, что я собираюсь делать? У тебя на телефоне установлена прослушка. Ты же сам мне его дал тогда в парке. То есть жучки – это тоже ваших рук дело? Ну, а как ты думаешь? У меня твой сын. Спасибо, что познакомил меня с ним. Очень мне облегчила задачу. Он тут рядом со мной. Ты лжешь. Хочешь с ним поздороваться? Дима, Димочка. Поговори с папой. Привет, пап. Ты когда будешь? Тетя Тамара сказала, что ты меня заберешь и завезешь к маме. Привет, сыночек. Да, да, все так и есть. А где ты? Мы ездили покупать мне новый смартфон. Тетя Тамара случайно мой разбила. Димка, послушай внимательно. Посмотри вокруг и скажи, что ты видишь. Давай объясню. Давай. Ты мне должен вернуть деньги. Что? Какие-то проблемы со связью? Повтори. Слушай, давай без этого. Я прекрасно знаю, что Людмила их забрала. Они мои. Мой бывший мне их должен. То есть это ты преследовала Григория, да? Ты его шантажировала, и он специально для тебя инсценировал свою смерть. Да, это было очень правдоподобно. В тот день Григорий ушел от слежки, а потом я узнаю, что он подвзорвал себя на озере во время рыбалки. Это он-то, который рыбалку терпеть не мог. Ты начала преследовать Людмилу. Ну, я думала, она с ним заодно. Ну, то есть ты знала, куда она поехала после похорон и видела, как они встречались в заброшенном лагере? Да, видела. Это ты убила Григория? Нет. Это же Людмила убила его. Она должна в этом признаться следователю. Людмила не могла этого сделать. А ты меня плохо слышишь? У меня твой сын. Не трогай Димку, пожалуйста, я сделаю все, что скажешь. А вот это уже нормальный разговор. Ты должен заставить Людмилу признаться в убийстве. Потом ты принесешь мне деньги. Времени у тебя до вечера. Ну, а если нет, твой сын умрет. Я тебя понял. И еще. Когда я получу деньги, мы спрячем Диму в таком месте, где его никто не найдет. Он там протянет 3 дня. Без воды, без еды и без воздуха. Как раз этого времени мне хватит, чтобы уехать из страны. Когда я обустроюсь, я сообщу тебе место, где его искать. Какие у меня гарантии? У тебя никаких гарантий. И выхода у тебя другого нет. Если ты сообщишь в полицию, то мы просто забудем. Где же это место, где твой сын умирает без воды и еды? Ты меня понял? Ты не можешь так поступить с ребенком. 7 лет назад я сделала аборт. Почему ты думаешь, что если не пожалела своего ребенка, я буду жалеть чужого? Дима! Дим! Сынок!
Дима! Димочка! Дима! Простите, пожалуйста, вы Димку не видели? Не видел. А что случилось? Да я дома вещи собирала, вышла во двор, а его нет нигде. Простите, я не в курсе. Мы с Джулией только вышли на прогулку. Дима! Дима! Да. Вова, ты что, Диму забрал? Нет, он не со мной. Вова, он пропал. Он играл во дворе и пропал. Я знаю, не беспокойся, я все решу. В смысле решишь? Так он с тобой? Ты понимаешь, что у нас вылет через 5 часов? Как только смогу, я его привезу. В смысле, как только сможешь? Мы с тобой обо всем договорились, Вов. Ты что творишь вообще? Ты подписал документы, усыпил мою бдительность, и сейчас взял и украл ребенка? Что ты такое говоришь? Нет, конечно. Значит так. Если ты через час не привезешь Диму домой, я позвоню в полицию и скажу, что ты украл нашего сына. Ты меня понял? Она меня слушает. Доехали нормально? Ну, нормально. Давай, пока. Лехе привет. Извините, можно ваш телефон ему позвонить? Давайте я его куплю. Вот. Здесь хватит на любой телефон. Дайте, пожалуйста. Спасибо. Алло, Егор? Кто это? Это Мельников. А почему? Да, это другой номер, мой прослушивают. Егор, мне нужна помощь. Надо пробить тачку по номерам. Навороченные, думаю, что есть GPS-маячок. Что за люди? Я не знаю, но у них мой сын. Вов, если все так серьезно, давай в полицию. Я не могу. Димке угрожает опасность. Ясно. Постараюсь сделать быстро. Я понимаю. В это сложно поверить. Вы считали ее своей подругой? Тамара – шантажистка и убийца. Это немыслимо. Самое страшное, что теперь от нее зависит жизнь Димы. Как она может? Как? Мне сложно об этом говорить, но вы можете спасти мальчика. Я? Она требует, чтобы вы отдали ей деньги и Григория и признались в убийстве мужа. В этом случае она скажет, где они прячут мальчика. Людмила, мы с Владимиром сделаем все возможное, чтобы доказать вашу невиновность в суде. Но пока нам нужно время. Я понимаю, я сделаю все, что вы скажете. Это я втянула Владимира в эту историю. Я не допущу, чтобы с Димой что-то случилось. Скажите, у вас нет никаких версий, где они могут прятать его? Ну, может быть, она что-то говорила? К сожалению, нет. Я вот только сейчас понимаю, что она обо всем меня выспрашивала, а о себе молчала. Я даже дома у нее не была. Если вы что-то вспомните, сразу зовите меня. Хорошо. Обязательно. В мольберте, в мольберте.
Я много думала и, наконец, вспомнила, что произошло. Я готова признать свою вину. Так-так, отлично. Ну что ж, я рад, что вы наконец-то вспомнили. То есть, вы признаетесь в убийстве своего мужа Виктора Матросова? Я знала этого человека под именем Григорий Крылов. Да, я признаю. Это я его убила. Как именно, при каких обстоятельствах? В заброшенном здании, бывшем пионерском лагере. Он сообщил, что скрывается от преследования, и я ударила его ножом. Где вы взяли нож? Готовились ли вы к этому убийству заранее? Моя клиентка воздержится от ответа на данный вопрос. Простите, что-то мне нехорошо. Давайте только не устраивать спектакль. Раз даете признательное, доведите дело до конца. Да что вы смотрите? Давайте скорую вызывайте. Где мой сын? Сначала я должна убедиться. Здравствуйте. Вам звонит свидетельница по делу Крылова, Тамара Игнатьева. Скажите, пожалуйста, а что с моей подругой? Да вы что? Ужас какой. А куда ее увезли? Я хочу ее навестить. Я понимаю, да. Хорошо. Передавайте, пожалуйста, пусть она поправляется. Да, до свидания. Спасибо. Что с ней случилось? Все очень хорошо сложилось. Она созналась в убийстве, ее положили в больницу. Не надо заманить ее. Давай без глупостей. Думай о сыне. Владимир Новиков? Да. Вы задержаны по подозрению в похищении ребенка. Стой! Послушайте, надо задержать эту женщину. У меня украли ребенка, слышите? Слышите, нет? Поедем в отделение, там разберемся. Да что разбираться? Это ребенок, ему всего 10 лет! Что будет с Димой? Вы уже дали показания, все нормально. Вам сейчас нужно о себе думать. Ситуация мне очень не нравится. 8-я неделя беременности. Надо готовить операционную. Доктор, с ребенком все будет хорошо. Лежите, все будет хорошо. Постарайтесь расслабиться. Подумайте о чем-то хорошем. Шум воды, тихая пристань. Старая. Что старая? Пристань старая. Я вспомнила. Тамара говорила про старую пристань. Дима, может быть, там. Вы слышите? Прошу вас, не тратьте силы на разговоры. Почему вы его не сняли? А вы уверены, что он там один? И что там вообще есть ваш ребенок? Это же старая пристань, правильно? Место похоже по описанию. Похоже по описанию. А вы знаете, что описание давала женщина, подозреваемая в убийстве? Если вы так и собираетесь тут стоять, то я пошел сам. Да вы понимаете, если там ваш ребенок, вы только навредите. Что такое? Пошли, пошли! Готов!
Живой, но без сознания. Что теперь, а? Он же ничего не скажет. Где мой сын? Где? Где? Да успокойтесь вы. Мы найдем вашего сына. Ребята, смотрите здесь все. Ну так где ребенок? Куда вы его спрятали? Вы можете продолжать молчать, но в ваших интересах говорить. Суд учтет признательные показания. Какие признательные? Мне не в чем признаваться. Вы забываетесь. Мы задержали вас в аэропорту при попытке скрыться с крупной суммой денег, которую, кстати, вам дал отец Дмитрия. Более того, на Старой пристани задержан ваш сообщник Самойленко. Я такого не знаю. Буду с вами откровенен. Пока он ничего не может нам рассказать, потому что находится без сознания. Но как только очнется, может быть уже слишком поздно. Пожалейте ребенка. Вы же женщина, мать, в конце концов. Мать? Интересно. Что-то о моем нерожденном ребенке никто так не заботился. А за что он пострадал? За что? Я вас спрашиваю. Почему этот подонок бросил и меня, и его? Поэтому вы разыскали своего бывшего мужа и стали следить за ним? Да, стал следить, потому что этот урод мне жизнь сломал. Скажите, вы были в заброшенном пионерском лагере в день его похорон? Да, была. Я там спряталась в соседней комнате и наблюдала, как эти двое выясняют отношения. Ты? Ну, а как ты? Что? Так сильно изменилась? Постарела? Отлично выглядишь для мертвеца. Как ты меня нашла? Тебя только это волнует? Что ты слышала? Все. Я слышал все. Только попробуй. Когда она перенесет деньги, ты отдашь мне все до копейки. С процентом. Ты меня понял? Все до копейки, все, что ты мне должен. Бросилась и взяла в руки нож. А потом куда-то кинула и пошла. Почему она сразу не позвонила в полицию? Она так с ума сошла. У нее были такие стеклянные глаза, как будто она не понимает, что происходит. Она в тот момент, наверное, память потеряла. И тогда вы решили втереться к ней в доверие. 2 месяца ходила за ней хвостом, помогала вспомнить, нянчилась. А когда выяснила, где деньги... Она подключила к своим поискам Владимира, и ваши планы рухнули. Я не хотела его убивать. Тогда как вы объясните наличие у вас ножа? Я не знаю. Но это произошло случайно. Ну, мальчика вы выкрали намеренно. Скажите, где он? На Старой пристани.
Есть тайник. Сынок! Папочка! Все хорошо. Слышь, все хорошо, все позади. Я рядом. Родной мой, ничего не бойся. Ты цел? У тебя ничего не болит? Папа, я не думаю, что меня украдут. Ты не виноват, слышишь? Ты ни в чем не виноват, золотой мой. Я тебя очень-очень люблю. Я тебя люблю, папочка. Теперь в безопасности. Все будет хорошо. Мама скоро приедет. Скажите, когда все закончится, мне разрешат навестить Людмилу Крылову? Разрешат. Все обвинения с Крыловой в скором времени будут сняты. Пришел в сознание подельник Тамары, он многое рассказал. Димка, сынок. Ой, я как же испугалась за тебя, Господи. Мама, не прости, что уехала с тетей Тамарой. Папа не виноват. Это я во всем виноват. Прости меня. Ты ни в чем не виноват. Ты ни в чем не виноват. Все хорошо. Евгения, простите. Вы можете остаться для дачи показаний? Да, конечно. Хорошо, я жду вас в кабинете. Прости меня. Я ведь не знала, что все так. Да, все в порядке. Правда? Все хорошо. Ты большая молодец, что вспомнила про старую пристань. Если бы не ты, я даже представить боюсь, чем бы все закончилось. Кстати, с тебя сняли все обвинения. Люд, я знаю, ты меня слышишь. Ты обязан вернуться. Ради своего ребенка. Ради меня. Ты мне очень нужна. Я люблю тебя. Врача! Позовите врача! Я здесь.
Я рядом. А испанский вообще не сложным оказался. Я с одной девочкой из нашего дома познакомился. Она испанка. Она испанскому языку меня учит. Ух ты, как здорово. А как по-испански будет? Я тебя люблю. Te amo. Красиво. Папа, ты волнуешься? Есть маленько. Пап, все будет хорошо. Сыночек, я так рад, что ты ко мне приехал на каникулы. Я бы без тебя не справился. Вот они. Привет, Дим. Очень рада тебе. Это тебе. Спасибо. Возьмете, папа, ребенка? Понятно. Ты какая красивая. Вся в маму. Да. Можно мне посмотреть? Давай, сынок. Только аккуратно. Привет, сестренка. Димка. Дим, по-моему, ты торопишься. Не, скажи, пап. Ну, вообще-то, грубо говоря, я планировал, что это произойдет немножко в других обстоятельствах, но раз уж сын настаивает, то... Людмила, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна? А почему ты смеешься? Я не понимаю, что это значит. Это значит да. Правда? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дим, возьми, пожалуйста. Вот, тихо-тихо. Давай. Вот, тихо-тихо-тихо. Спасибо. Ну, чего ты? Чего? А, вот уже. Вот. Вот. Это тебе. Дома прием, померяешь. Сына уложим и продолжим, правильно? Володь, дочку. Дочку. Да-да. Дочку. Я так счастлива. Я тоже.